Новые подробности смерти Ольги Ивановой. Женщина умерла в столичном роддоме на Красном хуторе во время родов. Ребенка удалось спасти, но родственники в шоке. За день до этого беременная была вполне здоровой. Кто виноват и что именно произошло, в сюжете Ксении Барвиненко. В трагедии родственники винят врачей, считают, во время операции неправильно сделали анестезию, из-за чего Ольга захлебнулась рвотными массами. Я считаю, что просто халатность врачей. Что-то они упустили. Будем выяснять. Потому что просто так человек рвотной массой задохнуться не может, я думаю. Вообще проблем со здоровьем практически не было. А во время беременности было все идеально. Врачи же утверждают, Ольга уже поступила в отделение с кровотечением. Кесарево сечение было единственным выходом. Была диагностирована дуже складна акушерська ситуація. Була проведена операція. На всі наші зусилля були спрямовані на врятування в цьому випадку життя матері і дитини. Ми змогли, на жаль, спасти тільки дитину. Жінка померла. Попередню причину, наскільки ми можемо тільки сказати, причиною смерті стала серцево-легенева недостатність гостра. Родственники до сих пор не могут поверить в случившееся. Еще неделю назад у Ольги все анализы были в норме. Сегодня вот уже опять новое. Я узнала, что у нее началась отслойка плаценты. Она лежала в роддоме на сохранении. Анализы сделали полное обследование. Все хорошо. Она сказала мне лично вот в пятницу, что анализы еще лучше даже, чем были. Сейчас семья Ольги Ивановой ждет результатов экспертизы. Надеются, что она позволит выяснить настоящую причину трагедии. Ксения Барвиненко, Дмитрий Курченко. Подробности. Телеканал Интер.